Всем огромный привет! Меня зовут Оля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами вязальный влог. А это значит, что мы будем говорить о новой пряже, о процессах вязальных, но не сегодня. Обязательно будет полезно и интересно, так что оставайтесь со мной и поехали. И первое, о чем я вам хочу рассказать, это вот об этой бобинке. И здесь у нас... Вау! Оля наконец купила бобинную пряжу, да, свершилось, наконец-то я добралась до бобинной пряжи, я давно уже обещала, что на моем канале появится бобинная пряжа, но все никак у меня, знаете, не случалось, как-то я опасалась немножко, знаете, ошибиться, как-то разочароваться, потому что у меня уже был один неприятный момент, я купила бобинную ангору, и мне она совершенно не понравилась, какая-то итальянская была, но... Разочаровала меня страшно, но сейчас я думаю, ну надо уже, надо столько разных интересных артикулов, надо что-нибудь прикупить. В декабре и в январе я активно готовилась к новым процессам, которые вот сейчас начинаю. В прошлом влоге я вам рассказывала о двух бобинках ангоры китайской, да, из которой я буду вязать худи, и мне нужна была пряжа для платья. Я хотела связать платье такое зимнее, осеннее, с воротом таким богатым, таким, да, знаете, с спущенным плечом, такой вот лицевой гладью, или, может быть, пустить какой-нибудь узорчик. Ну, в общем, хотелось платье под ботфорты. И думаю, хочу молочного цвета, и такое, чтобы мерино с кашемиром. В общем, все себе в голове нарисовала, ищу пряжу. Зашла в магазин, в интернет-магазин, называется «Дом пряжи». У них очень большой ассортимент всяких разных бобинок. И я присмотрела вот эту пряжу. Сейчас я вам все про нее расскажу. Я тут записала, дабы не ошибиться. Значит, это Lanny Cash в 100 граммах 340 метров, 70% меринос, 10 кашемир, 15 модал и 5 полиакрил. Я думаю, замечательный состав. Вы представляете? Меринос, кашемир, какой-то загадочный модал. Я, значит, почитала, это тоже натуральная ниточка, что-то типа хлопка из целлюлозы, что-то там такое. Ну и думаю, 5 полиакрил очень неплохо, потому что платье это такой момент, что ты в нем садишься, не слишком должно тянуться. В общем, ну, думаю, отличный вариант. Молочный цвет, 24-00, кстати говоря. Заказала себе 600 грамм, получилось где-то 2000 метров, думаю, супер, на спицах где-нибудь четверочки такой вот, да, я думаю, я все себе и свяжу, думаю, все должно хватить. Так ждала я эту бобинку, вы не представляете, очень быстро мне ее прислали, достаю я, щупаю, и понимаю, что это вообще нифига, вообще, ну что это? Это не меринос. Ну, то есть это вообще не шерсть. Это что-то типа хлопка. Хлопок с чем-то. Значит, я думаю, так, сейчас. Бобинная пряжа, ее, значит, обрабатывают, и потом после стирки она волшебным образом раскрывается. И думаю, сейчас как у меня все тут раскроется, как распушится. Я прям обалдею. Я связала образец. Образец связала. Вот, на четверочке, как я и мечтала. Вот такой образец на четверочке, посмотрите. Два раза постиранный, связанный. Вот такой дырявенький у меня образечек. Вот такой вот, вот такой. Он, ну как это сказать, очень такой... Что это? Что это такое? Такой прыгучий такой, вообще такой вот, такой. Значит, я постирала один раз. Что-то не раскрылось ничего. Думаю, нет, надо еще раз постирать. Все рекомендуют стирать как минимум два раза. Потому что там, ну, кашемир, меринос, сейчас там все как... Пфф. Я еще раз постирала. Ничего нигде не вылезло, ни пуха, ни разошлось, ничего.
Думаю, так, понятно. Угу. Надо связать в две нити. Думаю, в две нити мне уже точно не хватит. Но, думаю, если что, не знаю, если что, может быть, подкуплю что-то. В общем, связала в две нити. В две нити уже так поинтереснее, да, образец такой поприятнее. Тоже вязала на четверке. Уже такой он поприятнее на ощупь, такой пластичный. Ну, думаю, да. Но платье нет. Вот из этого платья вязать зимнее вообще нельзя. То есть это пряжа на футболочки, там какие-то легкие летние джемперочки, может быть, какие-то кофточки, что-то такое. Где тут меринос? Где там кашемир? Я вообще ничего не понимаю. Модал? Вот это модал. Вот модал в чистом виде. Я не знаю, но это по ощущениям хлопок. Ну, может быть, что-то там такое залетело с какой-нибудь овцы, немного какой-то шерсти, мимо проходящей, знаете, когда хлопок собирали, и получился вот такое. Ну, то есть, на зиму вот этот вот Lenny Cash, ну, вообще нет. То есть, из него футболки или вот что-то такое на лето надо вязать. Я расстроилась, вы не представляете как. То есть, бобинка мне обошлась в 3000 рублей. На минуточку. Я думаю, ну вот, купила. И что теперь мне с ней делать? Что мне из нее вязать? Думаю, сейчас поеду я в дом пряжи и буду что-то менять, обменивать. Я не знаю, в общем, что-то с этим делать. Потом думаю, нет, Оля, подожди, стопе, давай мы поспим пару-тройку дней, подумаем. Ну, на сегодняшний день я придумала, что делать с этой пряжей. Я придумала, что я из нее буду вязать. Не платье, конечно же, что-то кое-что другое. Но хочу вам сказать, что первый блин комом, конечно, абсолютно. То есть я так поняла, что состав и на ощупь это вообще две большие разницы. Или это просто у меня так случилось, и у вас таких... И у вас такого опыта не было, типа покупаете кашемир и получаете кашемир, смесовку какую предполагаете, такая на ощупь. В общем, у меня как-то не сложилось в первый раз. Я поняла, что мне нужно съездить вот в этот магазин, пощупать. Там очень много разной пряжи, которую я встречала и в других магазинах, интернет-магазинах, именно бобинные, чтобы хоть иметь какое-то представление. Потому что я, конечно, вот ошиблась. Теперь мне нужно перемотать эту бобину в два мотка, потому что я буду вязать в две нити, плюс мне нужно докупить кое-чего еще. И будем с вами вязать тоже классную вещичку, я надеюсь, что все получится. И теперь я вот вам скажу, почему я больше предпочитаю моточную пряжу. Ну, во-первых, я, в принципе, больше люблю моточки, потому что они такие красивенькие, такие эстетичные. Это исключительно субъективный такой момент, момент вкусовщины, наверное, потому что мне важно, чтобы вот этот вот момент моточка, его пощупать, такой он вот красивенький, вязать из него. То есть это такая эстетика моя, мне нравятся моточки, я с удовольствием их покупаю. Второй момент – это состав, да, и качество пряжи. То есть я, когда заказываю в интернет-магазине моточную пряжу, я представляю, что я получу. К тому же, если я повторно заказываю, я понимаю, что и в каком качестве мне придет, да, в каком составе. То есть это более-менее гарантированное качество пряжи. Еще один момент. Я раньше вязала на заказ, и, конечно, вещь гораздо проще повторить из моточной пряжи, чем из бобинной, потому что, ну, поставки бобинной пряжи, они бывают не столь регулярными. Опять же, к качеству вопрос, к оттенку пряжи, да, чтобы повторить какое-то изделие. То есть здесь легче пользоваться моточной пряжей. Но я прекрасно понимаю и тех, кто с удовольствием вяжет из бобинной пряжи. Во-первых, это интересные составы. Во-вторых, это цена. Естественно, ты можешь получить кашемир в 4 раза дешевле, чем он в мотках. Но это прекрасно. Поэтому здесь
в каждом моменте есть плюсы и минусы. Стоковая пряжа, моточная пряжа, каждый выбирает что-то свое. Я выбираю все вместе, хочу все попробовать, все знать, все уметь, поэтому я... Это не значит, что это моя последняя бобинная пряжа в жизни. Нет, просто мне нужно с ней познакомиться поближе. Так, ну что ж, перейдем к готовым изделиям. И первая готовая работа — это вот такие прекрасные ягодные перчатки. У меня есть на них мастер-класс. И в прошлом влоге я показывала, что почти они у меня довязаны. И теперь я жду не дождусь весны, чтобы поскорее их надеть вместе с пальто. Получились они просто шикарные. Я вязала из пряжи Мерина Як от Шахин Майер. Не очень длинные, я не люблю, когда вот здесь вот очень-очень длинная вот эта вот штука, как она называется. В общем, очень классные получились, я невероятно довольна. И на них у меня ушло, представляете, всего лишь 40 грамм. В мотке 60 грамм, на перчатке у меня ушло 40 грамм. То есть из 100-граммового мотка, в котором 400 метров, можно связать две пары перчаток или перчатки и носки совершенно спокойно. Потому что я где-то слышу, что из одного мотка у вас точно получатся носки там 40-го размера и все. Ну, не знаю. Если это какие-то гольфы, то, наверное. Вот яркий пример. У меня связались перчатки. 40 грамм на них ушло. На обхват ладони 17 сантиметров. Это немало. И плюс у меня осталось 60 грамм. Я могу связать мужу еще даже перчатки на его руку побольше. Да, либо совершенно полноценные носки на размер, ну, 38-39 точно совершенно. Расход просто шикарный. И пряжа классная. Очень ее люблю. Будут еще обязательно из нее перчатки, потому что у меня там лежит совершенно потрясающего цвета моточек. Ну и следующая готовая работа — это, собственно, опять перчатки. Да, у меня была такая перчаточная неделя. Я активно вязала перчатки. Мне хотелось связать комплект к вот этой шапочке из китайской ангоры, которую я показывала уже в прошлых влогах. Мне хотелось связать вот такие перчатки. Кстати, на нее есть тоже мастер-класс у меня на канале. Можете посмотреть. На перчатки у меня ушло, вы не представляете, 20 грамм, в две нити я вязала, и какие они пушистые. Я в полном восторге от китайской ангоры, мне очень нравится эта пряжа, я считаю ее вообще одной из лучших, которую я пробовала. Она практически не летит, очень-очень мягкая, вообще не колется. Я вот вязала из итальянской ангоры. Она больше колется и больше летит. Ну, не из всех артикулов, но вот какую-то я там бобинную пробовала и ангорина. Вот эта китайская гораздо лучше. Посмотрите, какая она пушистенькая, какая она вообще невероятно красивая. Камера не до конца передает всю пушистость и мягкость, но как она греет. Тепло прям сразу начинает вот отдавать эта пряжа. Невероятно тепленькая, мягенькая. Я покупала 3 моточка, и из 3 мотков у меня получилась шапка вот такая. В 3 нити я вязала с потрясающим пухом, с 2 отворотами. То есть видите, какая она у меня длинная, очень теплая. Вот. С такой достаточно высокой макушкой. Я люблю, когда макушка высокая. Вот здесь такой широкий отворот получается. 3 мотка всего. И еще перчатки получились. И у меня даже там еще чуть-чуть осталось. Ну, буквально там граммулечка. То есть вот комплект из 3 мотков. Ну, это же просто, я считаю, шикардос. Очень мне нравится. То есть я настолько довольна этой пряжей,
что мне еще хочется из нее что-нибудь повязать, какие-нибудь кофточки, какие-нибудь бактусы, чего я вообще никогда не вязала, но мне очень хочется, потому что мне кажется, получится что-то такое невероятно пушистое, красивое. Шапочки. Кстати, этот комплект я буду продавать, потому что ну куда уже мне столько перчаток и шапок, так что... Кому хочется прямо здесь и сейчас, и не хочется вязать, заходите в Инстаграм. Там, и там появился такой вот значок в вечных историях, наличие. Туда я буду отправлять вещи, которые будут продаваться, мои вязаные вещи. Вот это первый комплект, который туда поедет. Ну и на сегодня это вся информация, которую я вам хотела рассказать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ну и расскажите мне, был ли у вас такой вот немножко негативный опыт покупки бобинной пряжи онлайн, или вы всегда попадаете в точку. Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро в новых видео с новыми процессами, которые я начну уже на этой неделе, и будет снова новая пряжа, и надеюсь, что, может, и готовые работы появятся, хотя вряд ли. Зато будет много процессов, тоже хорошо. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. И увидимся уже очень скоро. Всех целую, всем пока!